Колесная лира или рыба. У нас вот тут колесо, мы крутим ручку и звучат несколько струн. На одной струне исполняем мелодию. Похоже на что? Струнная волынка называется. А это колесо, вечный смычок или бесконечный смычок. Ну, поем «Люди добрые» называется песнопение. Автор вот тут стоит. Многие, я говорю, не верят, что это авторское, потому что оно очень красиво. Написано для лиры специально. Вы люди добрые, хозяева, а мы лирники к вам пришли. Ну, вот за день. Вот. Сейчас до конца поем. Люди добрые, люди вольные, благочинные, передовольные, мы возвестники православия. Открывайте дверь, быть вам здравии. Мы не ухари, уралешники, а скитальцы мы, благовестники. Вы хозяева, кем бы ни были, дому вашему чистой прибыли. Ты хозяюшка, рукодельница, оцени наши песнопенница. Не нам много лишь на копеечку, а тебе, сынка, колыбелечку. Тихой верою укрепитесь и надеждою вдохновитесь. Бедная душа благодарствует, вечная любовь да воскарствует.